Приветствую тебя на канале Крипто Клевер. Продолжаем проходить третий альфа-сезон игры The Sandbox. И сегодня у нас карта Deadmau5 Tower of Light. А значит, берем первое задание. Точнее, первое задание на Ваксилите, можно сказать так. Оно доступно уже у нас сразу. Потом вместо старца у нас сам Deadmau5 дает задание. Берем еще у этого работяги, который отдыхает, пьет здесь пиво. И вот взяли у Отто задание. В общем, все сразу. Как обычно, чтобы как можно меньше времени потратить на бег и прохождение. Но опять же, если ты проходишь для таблицы лидеров, то придется выполнять каждое задание по отдельности. И начинать придется точно с спиннеров. Со спиннеров, так они называются. Аналог ваксилитов конкретно здесь. Задания первые, вот эти, они максимально простые. То есть вот этот работяга дал задание нам понажимать на рычаги, а Отто встретиться с, поболтать с людьми. Ну или наоборот, в принципе, неважно. Суть одна. Параллельно собираем вот эти спиннеры, их достаточно много. А всего на этой карте 17 заданий, но доступно на данной неделе всего 10. И дальше откроются еще 7, чуточку позже, в октябре. Сама карта, в принципе, очень интересная, классная музыка. И, в принципе, прикольно по ней побегать, просто поисследовать. Такая вот расслабляющая. Но в конце будет паркур. Не сказать, что он самый сложный из всего, но он не самый простой. Вот, поэтому тоже придется попотеть. Он, ну, имеет интересную особенность. Просто прикольно придумали админы, разработчики. Беседуем. Теперь, чтобы сюда залезть, нам нужно подниматься вот где-нибудь вот здесь. А сама карта тоже очень интересно называется. Башня света Deadmau5. Во-первых, Deadmau5, я не знал, что он именно Deadmau5. Я думал, он Deadmau5. И чему-то учитесь вы, чему-то учусь и я у вас. Это написал мне один из подписчиков. Поэтому я читаю комментарии и исправляюсь. А вот, поэтому если есть что написать, тоже не стесняйся, так сказать, пиши. Последняя точка. И название карты — это повторение английского. Если ты заметил, там в конце стоит апостроф. Это как раз обозначает, вот когда S на конце, и чтобы не писать Deadmau5 Tower of Light, то в английском языке есть правило поставить после S апостроф, который это и обозначает. Именно принадлежность к кому-то. Вот, но тем временем мы добегаем до последнего рычага. И нам нужно вернуться к Отто. Он находится недалеко. Я собрал далеко не все спиннеры с нижнего этажа. И посмотрим, нужно ли это. Ну, немножечко еще подберем, скорее всего. Но сверху у нас будет еще много спиннеров. Будет, так сказать, где развернуться. И нужно будет... Вон еще один. Оказывается, да, пробежал в моменте. Ну ладно, заберу, вернусь спиннер. Вот здесь и добегу. Вот сюда, когда пробегал, забыл посетить, навестить вот этих ребят. И вот здесь, видимо, следующие задания, да, 7, которые будут попозже в октябре. И, видимо, нас ждет очень интересный паркур. Ну а ты пиши, как тебе вот такие вот познавательные факты между прохождением миссий. Нужны ли они вообще, или тебе просто нужно дойти из точки А до точки Б, посмотреть этот ролик максимально быстро и не вслушиваться во что-то другое. В общем, давай
свою, так скажем, свой фидбэк. Но мы параллельно собираем вот здесь спиннеры. Тем временем у нас их 27. И есть у нас здесь задания очень интересные, которые, ну, как бы не подсвечены. И сейчас я пытаюсь найти этаж, подняться, по-моему, как раз здесь это находится. Да, прыгаем вот сюда внутрь. И вот у нас появляется задание Shine Light. И нам нужно спуститься сейчас вниз на этаж, где Отто давал нам задание. Вот. И, по-моему, все правильно же. Да, нырнуть вот сюда и почему-то, ага, мы промахнулись. Вот поставить на это место вот эту штуку. Бежим, поднимемся. И нужно нам подняться повыше. Параллельно опять же захватываем спиннеры. Именно здесь вот перебежка по комнаткам. Она совершенно несложная. Платформы большие. Прыгаем сюда снова. И беседуем с этим парнишкой. Все. То есть задание мы должны были сдали. Теперь, можно сказать, начинается самая интересная часть. Это дальнейший наш подъем с паркуром. 34 спиннера, в принципе, я думаю, должно хватить. Вот здесь начинается паркур, и наше задание — не напрыгнуть на вот эти неоновые блоки, потому что, как ты видишь, они прозрачные. Если ты на него встанешь, просто упадешь вниз. Поэтому очень аккуратно, прям вот максимально, потому что может быть неприятно. Оно, сам паркур, как ты видишь, он несложный. Continue, continue. И вот здесь нужно выбрать вот это. Все, готово. Задание выполнено. И как раз мы собрали спиннеры. И здесь еще с запасом их остается. Поэтому проходи, ставь новые рекорды. Подписывайся на мою группу ВК, Телеграм-канал. Удачи тебе и до скорого.